Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова сидим на проекте Magazine Hero Play, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике мы обсудим такую тему, как какие будут призы на новом новогоднем ивенте. То есть в этом ролике мы обсудим эту тему, я вам покажу, какие призы были в прошлом году и вообще выскажу свои мысли по ивенту и по ролику, который вышел про ивент. То есть видос будет связан чисто с ивентом, какие там будут призы, какие там будут плюшки и так далее. То есть я надеюсь, что вам такой ролик понравится. И давайте, пожалуйста, на этом ролике 200 лайков. Я очень хочу, чтобы вы здесь показали очень хорошую активность. Также, конечно же, не забывайте подписываться на канал, потому что моя цель — это 22000 подписчиков до Нового года. Осталось буквально несколько дней, поэтому, если ты вдруг не подписан, то, пожалуйста, подпишись на канал. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, пишите /mm, сибой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полка. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вам всего лишь нужно будет зайти, зарегистрироваться, ввести мой промокод, с помощью квестов качать уровень, и просто вы получаете бабки. Все очень легко и просто, поэтому не тупите, вводите промокод и забирайте свои деньги. Я вас всех как бы поздравляю с наступающим Новым годом. То есть буквально через несколько дней выйдет ивент, про который мы сегодня поговорим в ролике. Буквально несколько дней, пацаны, осталось. Выйдет ивент, там выйдет вместе с ним обновление. То есть помимо ивента выйдет еще там обновление, добавят много чего интересного, там интерьеры, там туда-сюда. Все обязательно приходите играть на Magazine Hero Play. Я вас зову именно второй сервачок, где играю я. Новогодний ивент — это один из самых лучших ивентов на Мазинге, поэтому я никому не советую пропустить, потому что там реально будет весело, интересно, и можно будет, самое главное, заработать баблишко, либо купить что-нибудь такое интересное, либо машину, аудиосистему там и так далее. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, давайте теперь вместе рассмотрим это видео, как бы посмотрим, какие-то моментики есть интересные, обсудим как бы этот видосик. Он вышел буквально, получается, вчера вечером, и мы сейчас вместе с вами посмотрим. Вы уже его посмотрели, в принципе, без меня, и сейчас мы вместе посмотрим, разберем там какие-то интересненькие моментики, как бы. Нам, получается, сразу показывают новый новогодний остров, его там переделали, сделали больше, там туда-сюда. Я вам, в принципе, об этом рассказывал, когда видос снимал про спойлеры обновления. Вот это, получается, будет карта для... новогодняя битва, вот это, знаете, типа, где между собой надо будет стреляться, вот это для этого будет карта. Она как бы тоже изменится, будет там побольше, там туда-сюда. То есть будет реально по кайфу, пацаны. Будет реально по кайфу. Самое интересное, это, конечно же, пацаны, санки. Просто чекайте, пацаны, какой масштаб просто будет всего этого. И выглядит это максимально просто красиво, пацаны. И вот реально, я очень жду новогодний ивент. Если вы тоже ждете, то, пацаны, поставьте обязательно лайк, потому что, ну, это будет очень крутой ивент, мне кажется, потому что, ну, немного чего нового сделали, как бы там бабок, по-моему, будет, либо еще что-то. То есть они переделали там трассу для санок, они переделали лабиринты, они там много чего переделали. То есть ивент будет максимально крутой и интересный. А здесь вот, получается, лабиринт у нас будет, вот санки, пацаны, самое просто интересное. Санки — это просто тема, и на этих санках можно будет много чего, ну, заработать, реально, потому что самый лучший фарм снежков — это, получается, санки. Но там, ну, надо реально уметь. Но как я посмотрел по видосам, по скриншотам, то что санки вроде бы как будет, мне кажется, не очень сложные. То есть те, кто, пацаны, на опыте, ебать, которые уже не первый год на эти санки ходят, мне кажется, для них ничего тяжелого, в принципе, не будет. Но в любом случае, я заметил то, что трасса стала больше, она стала более проработанная, появились как бы такие вот красивые препятствия, появились нормальные такие эти трамплины, во, появились как бы новые трамплины, которые, типа, ну, такие уже, знаете, большие, как бы, такие массивные, хорошие. Поэтому мне кажется то, что в этом году вот эта зимняя трасса на санках будет очень даже хорошенькая. Ну и, конечно,
конечно же, пацаны добавят новые скины. Как бы, это скин, получается, это не Слава Мерлоу? Пацаны, по-моему, это Слава Мерлоу, если я не ошибаюсь, да? А, да, Моргенштерн, вот, вот, ебать, все, спалили контору, пацаны. Моргенштерн, ебать, Слава будет. Я, честно, когда видос посмотрел, я этого даже не заметил. Вот, когда я сейчас при вас это смотрю, типа, ну, я обращаю внимание на каждые мелочи, чтобы вам показать, рассказать. Я только сейчас понял то, что это Моргенштерн. Мы разобрали только что подробно это видео, и теперь давайте пойдем. Я вам покажу призы, которые были в прошлом году, и скажу свои предположения, какие призы будут в этом году. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, погнали! Итак, дамы и господа, давайте начнем с того, то что почем вообще были снежки и вообще их покупал кто-то или нет. Сейчас вы видите рынок на своем экране, который был в прошлом году. То есть в прошлом году снежки продавали минимум за 2000 рублей одна штука. Получается 100 снежков, если по 2000 покупать, ну то это получается где-то 200 тысяч. А в прошлом году, по-моему, толком их никто и не покупал. Просто люди сами фармили как бы, и кто-то донатил просто, в принципе, эту тему мы тоже обсудим насчет доната. Насчет получается того, какие призы были на ивенте и сколько это все стоило. У вас сейчас есть видеозапись на экране, как это было в прошлом году, то есть ровно год назад, какие там были призы и сколько это стоило. Самые крутые призы, это была, получается, аудиосистема и стробоскопы. Но стоили они немалых, как бы, денег, снежков, то есть 70 тысяч стоила аудиосистема, а 75 тысяч стоили стробоскопы. Насчет, получается, доната. Я думаю, тоже важная тема, потому что, ну, в любом случае, кто-то будет на эти снежки донатить, допустим, как тот же самый Америкос. Америкос, у него уже там 15 тысяч доната лежит, он уже готов, ебать, стробоскопа он хочет там забрать. Америкос, знаете, полной боевой готовности. У него уже там 15 тысяч рублей лежит, и я думаю, он еще потом задонит, когда X2 донат будет на Новый год. В прошлом году, получается, один амазинг это 10 снежков. То есть 1000 рублей это 10 тысяч снежков. В этом году, честно, я не знаю, сколько будет. Если будет так же, то, в принципе, это хорошо. Это реально, типа, ну, нормально. Какие призы в этом году будут, пацаны? Я сейчас выскажу просто свое мнение, то есть свои догадки. Как вы помните, давненько не было вообще в целом ивентов. Вообще никаких. То есть летом там ивента не было. И, по-моему, осенью тоже не было ивента. Последний ивент, который я помню, это, по-моему, был Сталкер. То есть давненько не было вообще ивентов. Были там различные мероприятия, там паркур, там туда-сюда, где вы могли заработать там аудиосистему, третий чип и так далее. Но конкретно именно ивентов не было уже очень давно. И мне кажется, то, что на этом ивенте будет много чего интересного. Будут и машины, и стробоскопы, и чипы, и гидравлика, и нитро. Ну, давно не было реально ивентов, и мне кажется, многие этот ивент ждут. И просто негде даже взять, по сути, то же самое нитро и гидравлику. И мне кажется, в любом случае, они это добавят на ивент. Сколько это будет стоить, пацаны, честно, я не знаю. То есть, это зависит уже от игроков. Для тех, кто не в курсе... цены будут зависеть от игроков. То есть выходит ивент, проходит неделя, либо две недели. Разработчики, основатели проекта смотрят, как быстро у нас получается фармить снежки, и отталкиваясь от этого, будут создавать цены на эти снежки. То есть они будут ориентироваться по игрокам. То есть они будут смотреть, сколько игроки фармят снежков, и смотреть, то есть легко у них это получается, либо нет. И от этого уже будут зависеть цены на призы, которые будут на ивенте. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Самый лучший подарок для меня на Новый год будет, это получается 22 тысячи подписчиков. Поэтому, если ты вдруг не подписан на канал, то, пожалуйста, подпишись. 2022 год уже не за горами, поэтому заходите на майнинг, пацаны. Обязательно приходите на ивент. Я надеюсь, что я вас смог заинтересовать, смог замотивировать пойти на ивент, потому что, ну, если вы реально не пойдете, вы очень сильно пожалеете, потому что такой кайф происходит раз в году. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Приходите ко мне на второй сервачок, я вас смогу принять в семью, в компанию, помогу, чем смогу. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.